ДТП произошло на 4-м километре трассы Нефтекамск-Янаул. Этот участок дороги находится в удовлетворительном состоянии, без ограничений скоростного режима. Асфальтовое покрытие сухое, погода ясная. Приора ехала в сторону Янаула. Совершая обгон, машина выехала на встречную полосу движения. Произошло столкновение с автомобилем АК, который двигался в сторону города. Водитель автомашины АК и пассажиры автомобили «Приора» получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в Центральную городскую больницу города Нефтекамска. Для дачи юридической оценки материалы по данному факту переданы в следственные органы. Сейчас материалы переданы в следственные органы. С начала 2012 года это уже 29-е ДТП в Краснокамском районе. Цифра на 10 выше, чем в прошлом году. Из них 5 случаев с летальным исходом. Причем за день до этого происшествия на том же участке дороги автомобиль ушел в кювет. Наталья Бурова, Ренат Юмакаев. Время новостей.